2700 километров оптоволокна проложили на Ямале. В результате больше сотни тысяч человек получили доступ к интернету. И сегодня у нас в студии директор городского центра в ноябрьской компании «Ростелеком» Илья Быков. Здравствуйте. Добрый день. Илья Сергеевич, расскажите, в чем преимущество оптоволокна? Преимущество оптоволокна заключается в том, что по одному каналу мы можем предоставить все сервисы абоненту. Это высокоскоростной интернет, это цифровое телевидение, сервис видеонаблюдения, умный дом. Мы уже сказали о том, что проложили 2700 километров. Цифры просто колоссальные. А вот в чем заключается особенность прокладки этого кабеля? Ну да, наш регион такой, скажем, индивидуальный. Подвержены у нас климатические условия, очень сложные. У нас большие расстояния раскиданы, у нас много очень рек, озер, болот, поэтому трудности, конечно же, возникают в процессе строения, построения магистральных или внутризоновых линий. Особенно мерзлота наверняка влияет. Да, мерзлота и то, что у нас ограничено время, период строительства. А что это, какие сроки? Ну, когда потеплеет, соответственно, монтаж оптоволокна, строительство проводится до минус 25 градусов. Оптоволокно в регион пришло 2009-2010 год. Это трасса Кагалым-Ноябрьск. Ноябрьск был первым городом. Ну и дальше пошло развитие нашего округа. Если говорить о других районах Ямала, вот какие города сейчас подключены? Да, в этом году у нас также продолжается активная стройка. Не так давно была запущена оптика в поселке Горнокнязевск. Там это такой единственный поселок, где полностью телекоммуникационная инфраструктура построена на оптике. На выходе Харсаем. Что касаемо нашего города, то мы также провели большую работу в наших старых поселках, такие как Мягковона, 15-87, 102-я, СМП-329. Полностью модернизировали сеть, перевели. Сейчас переключаем всех наших абонентов на оптические линии. Ну, это в первую очередь, конечно же, повышение сервиса, качества предоставляемых услуг, ну и возможности для жителей данных микрорайонов пользоваться всеми сервисами и услугами. Благодаря вот такой системе оптоволокна запускаются очень много цифровых проектов. Буквально в этом году мы предоставили бесплатный интернет, Wi-Fi интернет во всех медучреждениях округа. Это порядка затронуло свыше 100 медучреждений. Это, конечно же, сейчас на выходе проект, начинается реализация «Безопасный город» по всему округу, также видеонаблюдение. Это проекты видеонаблюдения за строительными площадками округа. Проекты в области здравоохранения, это многоканальная виртуальная АТС. Проводили телевидение в местах, где у нас были обсерваторы. Для вахтовиков также провели. Поэтому проектов много. То есть очень много проектов за время пандемии реализовали? Да. Мы говорили о том, что провели интернет в больницах, и губернатору региона об этом писали жители. Они просили, чтобы в больницах был доступ в сеть. Вы сейчас, когда видите результат своей работы, довольны? Есть ли отклик от жителей? Ну, конечно, отклики есть, положительные в большей степени. К сожалению, заболеваемость еще в регионе присутствует. У нас все учреждения в городе подключены к бесплатному, беспроводному интернету. Люди пользуются. Ну, насколько я знаю, даже в сфере образования внедрили проект, можно проводить собрания онлайн. Да, не так давно впервые в нашем округе прошло такое масштабное онлайн-собрание 8 октября буквально, где Ростелеком, на площадке Ростелекома, где присутствовал департамент образования, департамент здравоохранения, совместно с Ростелеком провели такое масштабное собрание. В онлайн подключились на собрание свыше 1500 жителей округа, а
видеопросмотр свыше 7 тысяч человек просмотрели это собрание. Ну, цель собрания, там, как я повторюсь, присутствовали здравоохранение, департамент образования, общественная безопасность ГИБДД. Конечно же, это были актуальные вопросы об организации образовательных мероприятий в период пандемии и каких-то ограничений. Рекомендации были даны департаментом здравоохранения. Ну и, соответственно, общественная безопасность ГИБДД, ну, стандартно у нас, как начинается сезон школьников, это меры предосторожности на дорогах и так далее. Конечно же, онлайн-собрания, они очень популярны, они сейчас проводятся в каждой школе. А данный проект позволил объединить все школы на одной площадке. Во время пандемии очень многие люди ушли на дистанционную работу, на дистанционное обучение, возросла нагрузка на сеть. А справлялись ли вы вот с такой нагрузкой? Мы зафиксировали буквально в пик у нас, когда большинство людей ушли на самоизоляцию, на дистанционное обучение, это был апрель месяц, пик нагрузки возрос за текущий период буквально на 30-40% нагрузка на сеть передачи данных. Но на Ямале Ростелеком имеет запас 1,5-2 раза. То есть для нас, в принципе, это была не проблема. И нет проблемы. С другой стороны, проблемы возникли у тех сервисов, к кому обращались граждане. В данном случае это у нас Zoom, потому что было дистанционное обучение, и бизнес Skype, когда большинство предприятий ушли на удаленный режим работы. Вот этим сервисам, вот этим предприятиям пришлось большую работу провести по модернизации, по расширению каналов. И в течение мая-июня они проводили работу большую. Сейчас никаких проблем уже с этим нету. Еще один такой новый проект – это дистанционное измерение температуры. Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, тут мы поставили терминал для бесконтактного измерения температуры в общеобразовательную школу села Мужи. Она позволяет буквально за 0,3 секунды измерить входящую ученика температуру. Идет привязка к турникету. Соответственно, если у школьника все в порядке, турникет открывается, он проходит, то есть 0,3 секунды, никаких очередей нету, скопления народа нету. Соответственно, если у школьника выявляется температура, он сразу реагирует, подает сигнал, ну и мы можем отсеять, там все равно там медики присутствуют, такого школьника направить домой, ну и в последующем, чтобы он обратился к врачу или вызвать врача. Также интересная функция данного терминала, голосовое сообщение говорит о том, что надета маска на ученике или нету. Соответственно, если маску ученик не оденет, то турникет не откроется. Ну а в последующем, когда все-таки у нас все нормализуется, обстановка с пандемией, данные терминалы можно использовать просто сезонно при вспышках ОРВИ или гриппа. Еще можно его использовать, он накрутить там всевозможные сервисы, аналитику на него, там, например, видеоаналитику, так называемый умный охранник. Есть там база данных, он будет распознавать лица, школьник данного учреждения то пропускает. Если это какой-то посторонний человек зайдет, соответственно, он не пропустит данного человека и подаст сигнал. Пока только в одной школе такой терминал есть? Ну, пока, да, в одной. А не было заказов из других учреждений, может быть, поставить еще где-то? Ведутся переговоры, мы готовы. Я повторюсь, большой проект сейчас у нас зашел. Это безопасный город по всему округу. Это порядка, даже если брать Ноябрьск, у нас свыше 100 камер, 55 объектов, где будет установлено видеонаблюдение. На сегодня самая отдаленная точка, куда провели интернет? Самое удаленное – это у нас Красносилькупский район. Если говорить о результатах этого года, наверняка очень многое удалось сделать, несмотря на пандемию. В округе уже за 9 месяцев было подключено свыше 1300 домохозяйств к высокоскоростным каналам передачи данных. То есть жители округа могут пользоваться всеми сервисами. А расскажите, пожалуйста, о системе «Умный дом». Сейчас это очень-очень популярно. Да, сервис видеонаблюдения довольно молодой у нас, но он уже у нас вплотную зашел в нашу жизнь.
как обычных граждан, да, жителей города, так и бизнеса, больших предприятий. Большая потребность – это, как я говорил, наблюдение за строительными площадками. Здесь интерес, конечно же, у заказчика. Он смотрит, так скажем, удаленный технадзор. Сам застройщик в этом заинтересован. Опять же, смотрит за рабочим временем, за соблюдением норм охраны труда, за сохранностью материалов. Очень много видеонаблюдения ставится на муниципальных объектах, общественных площадках, парках. Очень много видеонаблюдения в сфере ЖКХ используется. Один из интересных проектов в этом году был реализован, это фотоловушки. Ростелеком подобрал специальное оборудование, элементы питания, которые работают в наших климатических условиях, которые позволяют выдержать наши суровые морозы. Это в основном используется для, в тех местах, где не санкционирован вывоз мусора или загрязнение окружающей среды, и очень хорошо помогает поддержание нашей экологии. Уже зафиксированы были нарушители, были выписаны штрафы. Это же просто огромный объем информации. Они пишут... Они не пишут в онлайне, они фиксируют именно само правонарушение. А как это происходит, расскажите? Датчики движения, там, увидели, что фиксируют движение некое. Там, подъехала машина, тогда начинает писать и передает сигнал, соответственно, контролирующим органам. В каких районах установлены такие фотоловушки? Фотоловушки пока установлены в Салехардском районе, в Салехарде. И все? Пока все, сейчас мы, и у нас будет скоро. А где пока не? Ну, есть у нас места, мы же видим, да, у нас постоянно в соцсетях люди собираются, субботники убирают, все мы ходим в лес, все мы отдыхаем на природе и видим те свалки, где люди постоянно мусорят. Поэтому есть там места, куда постоянно подъезжают и, к сожалению, оставляют мусор. Крупный мусор, мы сейчас говорим, не то, что там грибник что-то уронил, а крупный мусор, к сожалению, есть у нас предприниматели, которые свозят и те же шины, покрышки от колес, коробки и так далее, и так далее. Строительный мусор, к сожалению, бывает. Также у нас большое развитие получил видеонаблюдение за лесными пожарами. У нас по округу стоит порядка 59 камер на наших антенно-мачтовых сооружений, которые наблюдают за лесными массивами. В основном это там, где, опять же, труднодоступные районы, где подъездных путей нету, или где это дорого, например, вылететь на вертолете, надо посмотреть. Данные камеры позволяют зафиксировать у них радиус действия, они крутятся 360 градусов, и при нормальных условиях на расстоянии 20 километров она может зафиксировать задымление и передать информацию на пульт соответствующим органам, чтобы принять меры к распространению пожара. В Уральском федеральном округе у нас больше всех камер поставлено. Ну и вот за этот год у нас предотвращено было по нашему округу 2 лесных пожара. Да. А в каких районах? Они везде по округу стоят, и у нас на Вангапуровском стоят, и везде стоят эти камеры. А в каком году их начали устанавливать? В том году установили массово, да. Совсем недавно? Совсем недавно, да, и она уже вошла в нашу жизнь. Также, если что говорить про жителей просто города, да, это распространена сейчас услуга, подключается это и сохранность имущества в подъездах, велосипеды, дворовые территории, подъездные пути, стоянки машин. У нас все плотно бывает, что причиняет ущерб какой-то материальный. Ну и ущерб бывает, что он несопоставим по стоимости камеры. Там какая-то царапина в машине, она намного дороже выйдет, чем этот. Один из ярких примеров в этом году у жительницы Муравленко за одну ночь, у ней стоит камера в окно, наблюдает за площадкой, за автомобилем, она зафиксировала в одну ночь 4 правонарушения. Это такое наложение произошло, и она помогла по горячим следам полицейским раскрыть все правонарушения. В
Да-да-да. То есть камеры работают? Работают. На ваш взгляд, как специалиста, когда начинали в 2009 году прокладывать оптоволокно и сейчас, вот за это время, удалось ли сделать вот такой большой шаг вперед? Да у нас каждые полгода какой-то шаг вперед. Модернизация постоянно идет в нашей отрасли, в нашей компании. Илья Сергеевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ждем вас снова.